Напомним, раньше заявление на предоставление древесины на отопление дома можно было подать один раз в течение календарного года, который рассчитывался, начиная со дня подачи предыдущего заявления. С этого года вступили в силу изменения, утвержденные постановлением правительства. Сейчас заявление подается ежегодно в течение календарного года, без привязки к дате подачи предыдущего заявления. Еще одно изменение касается выделения древесины на строительство жилых домов. Строительство жилых домов сейчас будет только в деревянном исполнении, это раз. И при подаче заявления гражданин нам должен предоставить справку о том, что у него на участке имеется фундамент дома. При отсутствии фундамента гражданин у нас исключается из списка граждан, нуждающихся в древесине для собственных нужд. В ведомстве добавили, что на получение древесины очереди нет. На все интересующие вопросы специалисты лесничества ответят по телефонам в Великом Устюге 230 95 и 202 48.